врач, чай суп щи. Лечение едой, древний китайский рецепт. Ой, дай Бог, дай Бог. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, красивая женщина. Спасибо. Что у тебя, болит? Да нет, я-то здоровая сама. А вот мой муж, он с виду абсолютно здоровый человек. А как по мне, так совсем больной. Ну, внимание на меня совсем не обращает. Не беспокойся, красивая женщина. Спасибо. Эта болезнь китайская медицина уже давно лечит. Поэтому у нас уже 1,5 миллиарда. Понимаю. Есть специальное лечебное блюдо. Салат. Салат. Берешь морковка, берешь капуста. Капусточка. Берем спаржа. Спаржа. В тарелке. И готово. И мой муж должен это скушать. Нет, это ты должна кушать. Я? Да. Клади тарелку на пол. И кушай. Кушай, кушай. Я? Я. Здесь? Да, кушай. Хорошо? Интересно. Вкусненько. Доктор? Да. А что, после еды мой муж набросится на меня как бешеный? Нет, не после, а во время. Слушай, женщина, иди домой, кушай. Я же тоже мужчина. Доктор, кто? Иди.